На главное политическое событие года в Москве собрались представители всех ветвей власти, руководители федеральных ведомств и главы регионов, в том числе и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Свое обращение президент начал со слов благодарности российским военным, которые сегодня борются с терроризмом в Сирии. По мнению Путина, победить его можно только создав единый антитеррористический фронт и лишить боевиков финансовой поддержки. Объявил российский лидер и основные направления развития внутренней политики страны. Так, например, на 2 года продлят программу материнского капитала. Особое внимание уделят проектам импортозамещения. В 2016 году на их поддержку направят 20 миллиардов рублей. Полностью обеспечить внутренний рынок отечественной продукции смогут уже через 5 лет, считает Путин.